Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Я уже снимала одно видео о субтитрах, но были вопросы и комментарии, поэтому я сейчас сняла еще одно коротенькое видео, в котором я немного повторю, как отключить субтитры на конкретном видео, которое вы смотрите. Сейчас открываем YouTube, открывается ваша главная страница, вы входите с того браузера, с которого привыкли заходить, и открываете, как привыкли. Вот открываем какое-нибудь видео сейчас, пусть это будет то же самое видео, субтитры. Значит, мы включаем и отключаем на в компьютерной версии вот этой кнопкой «Включить» или «Отключить». Следите сейчас за курсором, за мышью. «Включить», «Отключить». Либо это может быть вот здесь тоже субтитры, видите? «Включить». Либо отключить их совсем, либо включить и выбрать язык. Что касается телефона, значит, это три точки в верхнем правом углу экрана. Здесь находятся настройки, либо кнопка SS там же, в правом верхнем углу экрана. Этой кнопкой вы просто включаете или отключаете субтитры. Был вопрос, как же можно отключить субтитры совсем, чтобы не отключать на каждом видео. Вам однажды в компьютерной версии нужно будет сделать это таким образом. Вот видите, вот значок. Здесь находится ваша аватарка. Вот на этот значок здесь может быть ваша фотография, либо первая буква вашего имени. Вы нажимаете и находите настройки. Входите в настройки. Воспроизведение. Вот здесь. Воспроизведение, видите. Открываете. И вы видите, вот здесь галочка стоит на подсказках, пусть она останется. Подсказки находятся в правом верхнем углу экрана, и никаким образом они не мешают вашему просмотру. А вот субтитры, вот здесь, вот эту галочку, вы можете убрать, и больше субтитров у вас не будет. Также, если, может быть, у вас вот здесь стоит галочка, вы тоже ее можете убрать. Все, изменения сохранены вот здесь, вы видите. В общем-то и все. И в таком случае ни на каких ваших видео, если, конечно, вы из одного и того же пользователя заходите и в телефоне, и на компьютере, в таком случае на ваших видео уже не будет субтитров, которые вы смотрите. Если вы смотрите видео YouTube из другого пользователя, вам нужно будет именно из этого пользователя зайти на компьютере, также убрать все галочки, и тогда на вашей телефонной версии тоже не будет субтитров. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте, пожалуйста, лайк, не забывайте. Всего доброго. Канал «Вяжем вместе» с Мариной.